Во Франции разгораются споры о состоянии Нотр-Дама после пожара. Президент страны Эммануэль Макрон заявляет, что здание спасено, а заново отстроенный собор будет еще краше. Архитекторы оптимизма французских властей не разделяют. Каменные конструкции не пострадали, собор выдержал. Радуемся мы. Но на самом деле все не так просто. Многие конструкции ослаблены. И, возможно, контрафорсы не могут выполнять роль классических в готической архитектуре подпорок. Эммануэль Макрон поставил задачу восстановить Нотр-Дам за 5 лет. Возможно ли это? С прагматической точки зрения, а ее придерживаются многие специалисты, необходимо в первую очередь и в срочном порядке укрепить и спасти то, что осталось. Мне кажется, даже для этого 5 лет мало. Сейчас главные силы направлены на укрепление каменного свода Нотр-Дама. Только после этих работ можно говорить о спасении здания, отмечают в Министерстве культуры.